Здравствуйте всем! Такая закуска – это доступность сырья, минимум вложений и востребованность на любом столе. Придать можно любую форму. Вкусно будет независимо от нее. Получаются красивыми и вкусными. Есть можно в горячем и холодном виде. Внутри пышные и воздушные, а снаружи хрустящие. Основной продукт здесь – картофель. И еще понадобятся сухари, яйцо, сыр, любая зелень и растительное масло для жарки. Сначала отварим картофель и превратим его в пюре. И пока оно будет остывать, натрем сыр и нарежем зелень. В остывшее пюре добавим сырое яйцо, зелень, сыр и перемешаем. Не забудем поперчить. После этого пюре слегка уплотнить и можно формировать котлетки. Набираю столовую ложку картофельной массы, обваливаю ее в сухарях. Сначала формирую как обычную котлету, а потом стараюсь сделать остренькими кончики. Но форму можно придумать совершенно любую, круглую, треугольную или как вам захочется. Масса получается плотная, совсем не липнет к рукам. Работать с ней очень удобно. По составу продуктов это больше напоминает гарнир, но выглядит все по-праздничному и имеет яркий вкус из-за сыра, добавленной зелени и приправ, которые вы туда вмешаете. Можно сверху придавить доской, чтобы они были более ровными. Растительное масло разогреваем на огне чуть больше среднего и обжариваем с двух сторон до румяного цвета. И после этого обязательно выкладываем на бумажное полотенце. Наше блюдо готово, со сметаной оно еще вкуснее. Всем приятного аппетита!